Новоивановская приняла эстафету и символы Великой Отечественной войны от Жаворонковского поселения. Учащиеся Немчиновского лицея приготовили праздничную программу. При входе здесь каждому одевается георгиевская ленточка, символ победы. Это сделано для того, чтобы каждый гость мог почувствовать себя частью большой эстафеты «Салют Победе». Гаснет свет. Зрители узнают историю простых школьников с планами и надеждами на будущее. Но 22 июня 41 года начинается война. Девушки провожают своих одноклассников на фронт. Свои номера представили и ветераны. Они исполнили всеми любимую и знаменитую песню «Прощание славянки». А выступление юных артистов привело зрителей в восторг. Настолько зажигательно они сплясали русский народный танец «Калинка». Одним из самых запоминающихся номеров стала песня про дедушка. Война закончилась. Она унесла 27 миллионов жизней советских людей. Благодаря храбрости и мужеству наших прадедов и дедов мы сейчас живем. Звучит майский вальс, кружатся пары, все радуются победе. Не обошлось и без сюрпризов. Над головами зрителей развернулся флаг Российской Федерации. Праздник оставил у зрителей неизгладимое впечатление. Гостей и участников эстафеты «Салют Победе» переполняли эмоции. Хочется сказать спасибо ветеранам за мирное небо над головой, за то, что мы живем и не знаем о том, что такое война. Пожелать, конечно же, крепкого здоровья. Я желаю им всего самого наилучшего, чтобы они долго жили. И спасибо им за то, что они победили, если бы они нас бы на свете не было. Я хочу сказать им спасибо за то, что мы есть на этом свете. Пожелать им хочу счастья, здоровья побольше. Я бы хотела сказать спасибо за то, что они защищали нас, защищали нашу родину, в которой мы живем. Я бы хотел сказать спасибо за то, что спасли нашу родину. И то, что мы как бы живем, и у нас все хорошо, без войны. И я пожелал бы им здоровья крепкого и многих лет жизни. Ну, самое главное, что хочется пожелать нашим ветеранам, это, конечно, здоровья. Это, конечно, то упорство, то мужество, которое есть у них, чтобы они его хранили и делились с подрастающим поколением. «Салют Победе» – масштабная военно-патриотическая акция, и она уверенно шагает по Одинцовскому району уже второй год. Из Новоивановского символы эстафеты отправились в городское поселение Заречье. Дарья Сутягина, Анастасия Сенченкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».